Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! А сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 454. И нам нужно решить задачу. Один станок-автомат производит 12 деталей в минуту, а другой 15 таких же деталей. Сколько всего деталей будет изготовлено за 20 минут работы первого станка и 15 минут работы второго станка. И давайте составим выражение для решения этой задачи. Так как за одну минуту первый станок делает 12 деталей, то за 20 минут он сделает 20 умножить на 12. А второй станок за одну минуту делает 15 деталей, значит, за 15 минут он сделает 15 умножить на 15. Ну а чтобы выяснить, сколько всего деталей будет изготовлено, нужно найти сумму этих двух произведений. У нас получилось выражение для решения задачи. Найдем его значение. Сначала 20 умножим на 12. 12 на 2 будет 25. 4, а значит 20 на 12 будет 240. 15 умножить на 15 будет 225. А 240 плюс 225 будет 465. То есть 465 деталей будет всего изготовлено. И можно записать ответ. 465. 5 деталей. Решили задание 454. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.